Кто-то там вещает очень прям как на радио. Без, оста... есть, без, без паузы. Просто без паузы. Там блокировки работают, вся блокировка не работает. Почему? Это электроника. Я пока, если честно, не готов. Мне вот эти нравятся. Носочки. Вот у меня сейчас стоят на эту лапландеровскую. Будем плясать. Единственное, это, конечно, должен быть. Неделю назад их постирали и в пакете оставили. Представляете, какой там запах будет? Сколько ударов было, не понял. Я здесь пробки. Опасно, так тяга стоит спереди. Больше нет гаек. Оно уже погнуто, интересно? Да, российская снимала. Топчик.
Макачёва по одной так. Левым пистолетом. Вот две мёртвые, вот я не знаю, как это чем собрать. Или напильничком можно. То есть ставить нереально, сейчас всё равно будет хорошо. Это дымовая завеса, чтобы позора не было видно. Столько воды выливаешь каждый раз. А ему там бессмысленно. Ну а до этого не грелся. Он уже на нем ездил. Да они одинаковые. Надо в газели. Мы в газели ставим, все заебись. Не в магазине. Не знаю, гражданский. Thank you.
Лебедка! Thank you.
прямо. А Саша здесь проехал сам. Что за фигня? Натягивай сначала или натягивай с конца? Да ты мотай. Я мотаю. Все, Владу бы поедет с тобой, если что. Да, да. Да. Итак, 24 часа. Да ладно. Это у меня посвящение, поэтому. Я в прошлый раз съездила, посмотрела глазками. Ой, блин, а? Много, но поменьше. Копнул. Клею пускай падает. Да ему. Сейчас нормально оденется на это дерево. Тяну, она обратно как бы мотает. Сейчас не туда. Обратно. Да, 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 она намотала. Стоп. Сматывай ее. А теперь разматывай. Разматывай. Вещи, о которых знал Олег. Но молчал. Посигнали. Трактора топ! Быстрее, промотает. Рос! Ребята, вы заслуживаете звания самой слаженной команды! Просто, блядь, по-ебому два... Вадик! Есть предложение в обратно поехать. Здесь остался. Ну, типа все хотят обратно. Да поехали. Ну, оставить это на следующие выходные. Когда я тачку сделаю свою, чтобы нормально было. Трактора топ. Уазик берет небольшой раз. Ох, так много. Там бревно! То ли пень.
перед собой. Назад чуть-чуть, попробуй еще раз так же. На пятку отдай. Бля, ну как хорошая. Давай, давай. Там уже начались семейные угрозы на том конце лебедки. Бег, поможешь ему? Не-не-не, я пас, ребят. Для чего? Не знаю. Ну, березка есть. И как это тут
девочки. Не-не-не. Что? У Каваши чуть ли не первый или второй раз. Победили. Из бревна жвальником щелкнул, панара ударила по выходу из гидроцилиндра. Его что-то расслабило. И пока ехал тут по этим, выгнула гидры. Иха! Все, бека! Че, поехали потихо? Пока поехали. Хорошо.